С 20 апреля вступили изменения в постановление губернатора Краснодарского края, разрешающее работу организациям, оказывающим ряд услуг. Среди них техническое обслуживание транспортных средств, розничная торговля автозапчастями, стирка и ремонт одежды, обуви, ремонт телефонов и компьютерной техники. Для того, чтобы получить разрешение на предпринимательскую деятельность, предпринимателям необходимо обратиться в администрации поселения с заявлением. Согласно спискам, поступившим в Роспотребнадзор от малого бизнеса или отдела экономики Северского района, мы подготавливаем все предписания. Предписания мы выдаем на оказание вид деятельности, оказание услуги, которые должны предприниматели соблюдать все санитарные правила. Руководство должно обеспечить соблюдение установленной дистанции в 1,5 метра для сотрудников и потребителей. Сотрудники должны иметь маски и перчатки. К работе не допускаются лица старше 60 лет. Ежедневно должен вести журнал здоровья, в который вписывается температура тела каждого сотрудника, пришедшего на работу. Если отсутствуют у предпринимателя градусники бесконтактные, то каждый контактный градусник должен на каждого сотрудника быть. Категорически запрещается, чтобы одним контактным градусником измеряли температуру тела всех сотрудников организации. Если малейшее повышение температуры тела заметил предприниматель, то в обязательном порядке он должен отстранить данного сотрудника с организации. Ни в коем случае не допускается повышенная температура сотрудника на работу. Нарушение предписаний может грозить приостановка работы организации до 90 суток. Также предусмотрены большие штрафы.